культурное наследие Карабаха. Ковер Атлы и Тле. Композиция ковра Атлы и Тле связана с древними коврами на тему охоты. В начале 20 века эта тематика полностью исчезает, изображают просто животных, связанных только композиционно. На ковре изображены красные кони и серые собаки, а также птицы. Эти изображения характерны для ковров карабахской школы. Рубрика «Культурное наследие Карабаха» – совместный проект CBC FM и Министерства культуры Азербайджана.